сколько вы лет уже покупаете абонементы и почему? Мы приобретаем абонементы со второго сезона, потому что в первом сезоне начали ходить там периодически на матчи, посмотреть, понравится или нет. Просто влюбились на самом деле в клуб. Борисов, конечно, это number one. И все настоящие мужчины города Астаны всегда ходят на хоккей. Ребятам всем здоровья, больших успехов. Без травм дойти до финала Кубка Гагарина. Ну и в сборной хорошо сыграть на чемпионате мира. Мы еще в Швейцарию собираемся. Ну, я желаю, наверное, пожелания всех болельщиков Кубок Гагарина. Как я здесь играл когда-то в школе. Поэтому я выбираю Борис. Мечтал об таком. Захватило сие действо. И до сих пор, так сказать, ходим. И дай бог дальше продолжать. Ну, мне хочется сказать, чтобы Борис в этом году стал финалистом Кубка Гагарина. Я как иногда, хоть 80 лет, иногда как малыш скакаю, кричу: «Алга, Борис, там, вперед, Борис!» и так далее. Ну, это хоккей, это игра, это спорт.